друзья. Угу. Ой. Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. Приехали мы сегодня в китайский ресторан. Мы в нем очень давно были, как приехали с Флориды, то в китайском мы не были, наверное. Я думаю, уже больше месяца, это как-то не знаю, как оно так. То захотелось креветок. 17,50, друзья, за одного. Цена за одного 17,50 за вход. Ты можешь кушать, есть. Говорили, не пиши, не говори кушать, а есть. Ты можешь есть сколько, столько, сколько хочешь, сколько влезет, как говорится. Платишь просто за вход и все. Так что я пойду покажу вам немножко. Так, это у нас сало такое, там внутри мясо, обвернутое салом. Вот. Медики я люблю, они очень полезные и вкусненькие. Креветочки с той стороны возьму. Так, куриное мясо. Вот эти пирожки классные, такие с капустой они. И рисок. Я люблю мидии с рисом этим таким. Есть рис. И белый, кто какой желает. Картошечка. Осьминожки я люблю. Грибочки, шампиньончики. Ой, какие классные креветки большие вот. Здесь супы, которые любит муж. Он всегда этот яичный берет с яйца. Хочу себе зеленый лук. Картошечка. Вот такие кольца с лука. Они вкусные. И оно эти все, как же, противни, они горячие. Там снизу идет кипяток. И рыбки возьму. Здесь всегда был салмон красный. Наверное, да. Это тоже он. Такой какой-то. В воде юшки. А вот здесь можно жарить. Это Давид себе такое заказал. Вот здесь набираешь сырое. Лапша рисовая есть. Проросшая пшеница, наверное. И всякие мяско. Сырое, вот креветки тоже хочешь жаришь. Что-то хочу этих. И перчика возьму свеженького. Еще нет, креветочки. Вкусные очень. Мы 100 лет тут не было, да? Да, больше месяца где-то осталось. Я еще хочу фасоль зеленую, стручковую. Все, мне достаточно. Как с Флориды приехали, так и не были. Сколько там? Ну, не так. Выборочно, выборочно. Да, да, да. Фасоль это вкусненькая, она с чесноком. Приготовлено. Эти креветки тоже классные. Вот чримсы, креветки. Ну, их нужно чистить. Ну, еще возьмем 2 штуки.
цветочки. И здесь еще есть, друзья, суши. Делают они тоже. Тоже классные. Мороженое есть. Берешь вот какое хочешь. Тоже входит в стоимость цены. А если идешь с собой, хочешь взять на улицу, то так стоит $1 за одно мороженое. И вот салат делать. А что ж салат делать? Только капуста. А что это? Ни огурца, ни помидоры. Что-то они... Капуста, лимон. Все, вот тебе салат. И все, вот так они кладут в лед, чтобы не таяло. И еще суши покажу. Покажу и возьму одну. И люблю очень вот это васаби. Жгучее такое, хотя чуточек так себе. Да, они сразу их здесь на месте делают. Смотрят, какие нужно делать. Вот так. Наши уже едят все. Еще покажу сладости, какие здесь есть. Вот такие кексы маленькие, рулетики. Ой, какие классные маленькие. Мы делаем большие такие, красивенькие. Тоже тортики. А это печенье, как домашнее печенье такое. Ну, как-то ассортимент такой, ну, слабенький. Вот я хотела салат сделать. Не, раньше было. Были помидоры, огурцы. А сейчас вот только капуста. Не знаю, почему так. Вот новые, свежие, вернее, поднесли. Все вот противни полные. Все, друзья, поели мы. Есть у нас еще такой китайский. От нас он в другую сторону. Если от нашего дома ехать в другую совсем сторону, другой как бы городок, то 40 минут где-то ехать. А и сюда, если от дома ехать, то где-то минут 30-35, вот так. То, может быть, уже на следующий раз поедем туда. Что-то как-то не очень. Ну, поели, слава богу, поели, но мне кажется, поменьшал меню, как-то меньше стало. Вот салата невозможно сделать, одна капуста и все. Ешь капусту, да? Погодка красивая у нас, тепло, лето. Всем спасибо, друзья, за просмотры. И всем пока-пока. С собой еду нельзя брать. И если ты хочешь купить, то можно, да, с собой. Есть там такие тарелочки, берешь у них. А так, если ты что-то не доел, то нельзя забирать.